В феврале 2021 года на Первом канале вышел сериал под названием «За первого встречного». Это комедийная мелодрама о девушке Саше, вышедшей замуж за первого встречного. Узнав о безмене жениха, зрители уже оценили первые серии сериала и с удовольствием наблюдают за развитием сюжета. Многие интересуются, рассчитан сериал на один сезон или стоит ждать продолжения. К сожалению, на новые серии рассчитывать не стоит. Первые сезон сериала «За первого встречного» состоял из 12 серий. Второй сезон многосерийной драмы не анонсирован. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.